Жителям Красногорска совсем не обязательно посещать Лувр, Нью-Йоркский музей современного искусства или Третьяковскую галерею. Мировые шедевры теперь украшают и стены Нахабинской школы номер 3. Репродукции выполнены совсем еще юными художниками, воспитанниками студии «Зеленый ежик». Основной своей задачей я ставлю у детей даже не научить их рисовать, а не отбить желание у ребенка рисовать. То есть мы занимаемся творчески, веселимся, играем. На занятиях мы не только рисуем гуашью, там, фломастеры, пастель, но обязательно и лепим. Слепили ребята для своей уникальной выставки «Звездную ночь Ван Гога». Для создания пригодился, казалось бы, забытый еще в детском саду материал. Картины написаны не маслом, а пластилином. Каждую мелочь в этой картине создавали наши ученики. Катали жгутики и выкладывали на картину. Мне кажется, получилось очень и очень красиво. Тут есть и мишки в сосновом бору, и богатыри, и даже легендарная Джоконда. Только эта версия принадлежит кисти Греты Варданян. Мне очень было трудно нарисовать глаза. Надо было глаза нарисовать так, чтобы они правильно смотрели, чтобы цвет был правильный. Юные да Винчи, Васнецовы, Шишкины и Ван Гоги занимаются под руководством Татьяны Черновой уже третий год. Ребята участвуют в различных конкурсах, посвященных в том числе и керамике. В студии есть свой гончарный круг, не хватает только муфельной печи, рассказывает педагог. Воспитанники надеются, что новая выставка поможет в ее приобретении.